Твери расследуется уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации. Сотрудниками Главного управления противодействия экстремизму МВД России совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму ОМВД России по Тверской области и Главным управлением МВД России по городу Москве в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность трех жителей Тверской области в возрасте 40, 50 и 68 лет, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации. По оперативной версии, в августе 2020 года фигуранты, находясь на территории города Твери, организовали противоправную деятельность религиозной организации, входящей в структуру местной религиозной организации. Управленческий центр свидетелей Иеговы в России и входящий в ее структуру местной религиозной организации свидетели Иеговы Одинцовского района, запрещенную решением Верховного суда Российской Федерации. Проведены обыски по местам жительства фигурантов в городе Твери, Москве и Московской области, а также в помещениях, где проводились собрания, в ходе которых изъята интересующая следствие литература и религиозное учение, черновые записи, сотовые телефоны, компьютерная техника и иные технические средства. Следственными органами в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация деятельности экстремистской организации». В Тверской области полицейскими по горячим следам задержан курьер-мошенник, похитивший у пенсионеров порядка 500 000 рублей. Потерпевшие обратились в полицию. Незамедлительно сотрудники уголовного розыска Весьегонского отделения полиции передали ориентировку наружным нарядам полиции. Вскоре на одной из улиц города госавтоинспекторы остановили автомобиль «Рено», пассажир которого подходил под описание предполагаемого преступника. В результате быстрых, слаженных и грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий молодой человек, причастный к совершению мошенничества в отношении 83-летней и 85-летней жительниц Весьегонска, задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. 19-летний подозреваемый проживает в городе Череповец Вологодской области. В качестве вознаграждения за курьерские услуги он оставил себе 10% от суммы, полученной от обманутых женщин. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.